взятым мешать сейчас обедать. Виктор Михайлович еще в январе предложил мне такую роль. Я с удовольствием на нее согласился, потому что то, что делает он со своей командой здесь, в Ялте, собственно, продолжением, наверное, этого является то, что он делает каждый год на World Economic Forum. Мне кажется, что очень важно с точки зрения промоушена Украины. Он самый большой промоутер Украины сегодня. И мне кажется, что очень важно для нас всех, для понимания того, где мы сегодня находимся. Наша дискуссия будет проходить на двух языках. And I'm ask all our foreign friends that our discussion will be in the Russian language. Ladies and gentlemen, please put your headphones. And we have a very short period of time. And I must start now with the first our question. And I will introduce our key speakers. Я хотел бы представить наших ключевых докладчиков сегодня, ключевых участников нашей панели сегодня. И хотел бы сказать, пригласить всех вас к дискуссии, которая сегодня развернется. Первым хотел бы, я буду представлять по очереди, чтобы никого не обижать, Алексей Леонидович Кудрин, бывший вице-премьер и министр финансов Российской Федерации, сейчас человек, который возглавляет такой один из созданных им российских центров, и человек, который является, наверное, самым авторитетным экспертом сегодня на российском рынке в области, в первую очередь, экономики, макроэкономики, экономического развития России. Ксения Юдаева. Коллеги, может быть, приподнимайте, чтобы вас все видели. Руководитель экспертного управления администрации президента России. Ксения – один из тоже выдающихся макроэкономистов России. Ксения долгое время училась и работала в Соединенных Штатах Америки, и она считается либеральным экономистом, и мы рады, что такие экономисты с таким именем работают в администрации президента. Константин Ремчуков, главный редактор российской независимой газеты. Константин в двух лицах, потому что он является известным тоже экспертом в области макроэкономики. Он преподавал в том числе макроэкономику в Соединенных Штатах. И он главный редактор независимой газеты, которая является авторитетным экспертом в области как политической ситуации, так и экономической ситуации в стране. Михаил Юрьевич Зурабов, посол Российской Федерации в Украине, бывший министр правительства Российской Федерации. И, Михаил Юрьевич, мы рады вас приветствовать на нашем завтраке. Владимир Мау, ректор Академии народного хозяйства. Владимир является не только макроэкономистом, экономистом, но еще и историком. Мы ждем от вас для лучшего понимания того, где мы находимся сейчас, исторических параллелей. Кайрат Келимбетов, наш глубоко уважаемый гость и друг из Казахстана, вице-премьер Республики Казахстан. Кайрат математик, и все его рассуждения, все его действия, все его реформы всегда очень стройны, очень просто объясняемые. И никогда не связаны с длительными объяснениями, потому что они очень стройны и логичны. Мы очень рады, Кайрат, вас приветствовать здесь сегодня с нами. Андрей Леонидович Костин, президент банка ВТБ. Андрей Леонидович, мы рады вас сегодня приветствовать. И ваше понимание того, как строится сегодня финансовая ситуация в России, будет очень важно для нас. Леонид Данилович Кучма, которого представлять не надо, мы у вас в гостях, Леонид Данилович. Аркадий Дворкович, вице-премьер российского правительства. Аркадий отвечает и за экономические вопросы, и за сельское хозяйство, и за энергетику. Поэтому думаю, что к нему можно адресовать большое количество вопросов. Ну и в конце концов, за нашим столом наш глубоко уважаемый хозяин Виктор Михайлович Пинчук. Позвольте мне начать. И я хочу начать
с того, чтобы рассказать, как будет построена логика нашей с вами дискуссии. Коллеги, я намерен вам очень серьезно мешать сегодня обедать, потому что я попрошу вас всех сегодня 4 раза оторваться от вашего ланча и проголосовать. Мы сегодня будем обсуждать ключевые вопросы, ключевые вызовы для российской внутренней политической сферы. Второй вопрос, который мы будем обсуждать, это ключевые вызовы для российской внешнеполитической сферы. И третья, самая родная тема для всех присутствующих за этим столом, это вызовы на ближайшие десятилетия для российской экономики. Хотел бы предварить нашу дискуссию с того, чтобы дать слово Аркадию Владимировичу Дворковичу, с тем, чтобы он сделал такое короткое саммари. Новое правительство России. Май месяц, конец мая сформировано новое правительство. Июнь, июль, август, 3 месяца, 100 дней работы нового правительства. Все ждут от нового правительства ясного видения на ближайшие 6 лет. Что будет происходить с экономикой России, как видится российскому правительству российская внешняя политика и как, на ваш взгляд, будет развиваться вектор российской внутренней политики. Аркадий Ильич, прошу вас. Спасибо, Герман Оскарович. Спасибо еще раз, я уже это говорил сегодня, за приглашение принять участие в этом форуме, в этой встрече, конференции. Я надеюсь, что сейчас будет еще и вкусно. Вкусно не только с интеллектуальной точки зрения, но и мы доставим всем удовольствие от обеда. К сожалению или к счастью, не все в ближайшие годы зависит от нас самих. И сегодня мы слышали достаточно много правильных, иногда провокационных, иногда вероятностных рассуждений относительно того, что может произойти в Европе, что может произойти в мире в целом, как это повлияет на наши страны. Вызовы очень серьезные. И мы сегодня строим свою политику в условиях значительной неопределенности. Если еще 8 лет назад казалось, что экономика, глобальная экономика будет только расти, и мы каждый раз прогнозировали, что наверняка будет 2-3-4% роста мировой экономики, без сомнения, а то и 5%. Мировые цены на нефть будут, скорее всего, не ниже, чем в предыдущем году. Мы думали, что кризис невозможен, то сегодня мы обязаны принимать во внимание все возможные сценарии, потому что мы уже один раз столкнулись с самым неблагоприятным сценарием. И сегодня мы вынуждены рассуждать в терминах «будет или не будет тот или иной конфликт», «будет или не будет разрешена та или иная проблема как экономического характера, так и политического». Мы все смотрим на Ближний Восток, мы все смотрим на Иран, мы все смотрим на Европу. Мы начинаем смотреть, хотя совсем не, может быть, не хотели бы каких-либо потрясений в этой части света, на Японию, Китай. Мы смотрим на мировые рынки продовольствия. Мы смотрим фактически на каждую часть мира, где сегодня почти везде происходит что-то не очень благоприятное, не очень хорошее. И в каждом случае мы должны понять, какой наиболее вероятный сценарий развития событий. От этого зависит очень многое. От этого зависят цены. Вот с математической точки зрения все очень просто, конечно. Я уже говорил, выручка равна произведению цены на объем. Но, к сожалению, неизвестен ни объем, ни цена. И это касается каждого товара, это касается каждого бизнеса. И мы не знаем, какой будет объем спроса, и не знаем, какие будут цены на всех практически рынках. Исходя из этого, что мы собираемся делать? Мы, первое, собираемся вести себя консервативно и действовать на основе очень скромного сценария развития событий мировой экономики, который не подразумевает быстрого роста, который основан на предположении, что проблемы в Европе будут продолжаться, что конфликты примут вялотекущий затяжной характер и что нам всем придется столкнуться с относительно низким спросом на основные товары и услуги. Поэтому мы вынуждены проводить консервативную бюджетную политику, поэтому мы вынуждены отказаться от многих программ, которые могли бы принести большую пользу.
Мы вводим новые бюджетные правила, которые означают, что мы не можем наращивать расходы и не можем сокращать налоги. И это означает, что мы должны будем, если говорить о внешней экономической деятельности, о внешней экономической политике, также строго подходить к нашим партнерам, к сожалению. Хотелось бы, конечно, мягче, хотелось бы, конечно, делать скидки, но исходя из бюджетных интересов, не всегда это будет возможно. Конечно, мы будем находить сценарий, при котором выигрывают обе стороны, иначе мы потеряем больше, по-другому просто нельзя. Но мы вынуждены будем максимально консервативно строить свою политику. Кстати, самый дорогой товар и самая дорогая вещь в мире, это, мне кажется, все-таки не газ, не нефть и даже не зерно. Это те дефициты, которые накоплены в ведущих странах. Самый дорогой товар – это бюджетный дефицит Соединенных Штатов Америки. Без него мы жить не можем, потому что нам важно, чтобы американская экономика развивалась и оставалась сильной. Но это развитие дается нам всем за достаточно высокую цену. Мы ее платим, потому что по-другому нельзя, потому что мы все зависим от этого рынка. Это не хорошо и не плохо, это просто реальность. И мы ни в коем случае не собираемся в этом смысле нападать на наших партнеров. Это просто реальность, с которой мы сталкиваемся. Второе, что мы будем делать в этой консервативной ситуации. Мы будем делать все, чтобы сохранить социальную стабильность. И любой политик в любой стране, конечно, это обязан делать. Обязан делать все, чтобы его планы поддерживались большинством населения. Поэтому, наверное, европейские политики не готовы часто принимать правильные решения. Боятся проиграть выборы. Не принимают решения, я об этом уже говорил на некоторых площадках. Не принимают решения, проигрывают выборы, потому что не приняли правильные решения. Работает только один микрофон. А это только европейские политики так делают? Я привел их в качестве примера. Просто это делают все политики во всех странах мира. И чем ближе выборы, тем выше вероятность, что такие решения принимаются. И поэтому мы будем продолжать реализацию наших социальных программ, прежде всего в сфере здравоохранения, но не только. И образование тоже, которое является ключевым для будущего развития. Но сегодня фактором современного развития в мире прежде всего является стабильное или растущее население. Китай выигрывает, потому что в Китае живет много людей. Это единственный главный фактор, который определяет долгосрочную динамику роста. Конечно, политика накладывает отпечаток, и можно 10 лет не расти, а потом начать расти. Но в 50-летнем интервале все равно Китай обречен на успех, Индия обречена на успех. А Европа, включая и Россию, не обречены на успех. Для успеха нужно сделать гораздо больше, чем нужно сделать странам с высокой численностью населения. Мы в краткосрочной перспективе переломили демографический тренд, который мог привести нас к полуторакратному снижению численности населения со 150 до 100 миллионов. Сегодня мы стабилизировали ситуацию, но если мы остановим нашу правильную политику в этой части по повышению рождаемости, снижению смертности, мы опять будем на той же самой опасной дороге. Третье, что мы будем делать, мы будем продолжать модернизацию наших институтов и нашей экономики. Мы понимаем, что без развития таких отраслей, как сельское хозяйство, высокотехнологичные отрасли, начиная от той, которую мы начали еще 4 года назад, автомобильная промышленность, Германовская стояла у истоков новой программы возрождения российского автопрома, инновационной энергетики, наконец, традиционной энергетики, которая может стать мотором инновационного развития. Без этих действий мы не сможем обеспечить долгосрочный экономический рост. Для всего этого нужна одна серьезная вещь, от отсутствия которой страдает любая растущая страна – инфраструктура. Она у нас большая, сильная, но старая. И от того, сможем ли мы обновить инфраструктуру, зависит успех нашей политики. А для того, чтобы это сделать, нужны инвесторы. Бюджетных денег, я уже сказал об этом в начале, нет на это. Нет, недостаточно. Поэтому нам нужны инвесторы. А для этого нужен хороший инвест-климат. И на этом я хотел фактически остановить свои вступительные ремарки. Инвест-климат – это главный приоритет внутренней экономической политики, улучшения инвест-климата, внутренней экономической политики в нашей стране. И мы поставили перед собой амбициозные цели – ворваться в первую двадцатку по комфортности ведения бизнеса в России,
За первый год мы вряд ли больше, чем на 3-4 места продвинемся, но мы рассчитываем достичь успеха. Для этого, для того, чтобы добиться успеха, нам гораздо важнее иметь хорошие отношения с партнерами, а не конфликты с теми, кто окружает нас. Если мы будем жить в постоянном конфликте, мы будем не способны реализовать наши внутренние планы. Поэтому будем исходить именно из этого. Спасибо. Спасибо большое, Аркадий Владимирович. Спасибо. Коллеги, я хотел бы всех призвать к коротким ремаркам и к острым ремаркам. Обед, как мы с Виктором Михайловичем условились, будет подаваться очень-очень неприправленный, и там не будет ни соли, ни перца, и ваши выступления должны добавить как раз необходимых пряностей и заправок к блюдам, которые будут подаваться сегодня на обед. Спасибо большое, Аркадий Владимирович. Я записал 6 тезисов спорных. Из вашего выступления есть о чем поговорить. Я узнал много нового. И я думаю, что в предметной дискуссии мы с вами сможем рассмотреть ваши ключевые тезисы, которые вы сейчас озвучили. Итого, коллеги, я хотел бы поставить на голосование первый вопрос. У всех присутствующих есть вот такие пульты. Сейчас будет поставлен на голосование первый вопрос. Мы очень любим совершенно непотребное английское или американское слово «краудсорсинг». Поэтому мы хотим методом краудсорсинга выявить наиболее интересующие вас темы. На левом экране стоит вопрос на правом, по-английски, на правом экране по-русски. Мы узнаем, какие наиболее приоритетные вызовы во внутренней политике для России вы считаете наиболее актуальными, и пообсуждаем эти темы с нашими ключевыми докладчиками. Итого, прошу поставить режим голосования. 6 ответов. Прошу нажать соответствующую цифру на ваших пультах. Так. Так. Ну что, я думаю, что за 10 секунд до окончания уже можно констатировать, какие вопросы являются ключевыми. Вопрос номер один. Это политическая реформа. Вопрос номер два. Это демография. Аркадий Владимирович, сколько у вас детей? Двое. Четыре коррупции. К сожалению, 4 коррупции. И 2 – эффективность госуправления. Итого, коллеги, согласно вашим пожеланиям, 3 темы, которые мы обсудим – это политическая реформа, это коррупция и это эффективность государственного управления. 3 ключевых вызова, которые будут перед Россией самыми актуальными в ближайшие 5-10 лет. Хотел бы начать нашу дискуссию тогда с первого вопроса. И свой первый вопрос хотел бы адресовать Константину Ремчукову. Очень активная внутриполитическая жизнь перед российскими выборами в Государственную Думу и перед президентскими выборами поставила на повестку дня необходимость политических трансформаций в стране. В последнее время мы видим, что принято огромное количество законов, задающие определенный вектор во внутренней политике. Это выборы губернаторов, это целый ряд изменений, связанных с ужесточением законодательства в отношении государственных служащих, депутатов. Продолжается
трансформация нашей политической жизни, связанная с трансформацией политических партий, регулирование, значительно более детальному регулированию митингов, шествий, демонстраций и так далее, и так далее. Хотел бы задать вам вопрос. Первое. Насколько вы считаете эту тему актуальной? Насколько вы считаете последние нормативные акты, принятые достаточными или векторально правильными в части регулирования этой темы? И что, на ваш взгляд, нужно для того, чтобы система сдержек и противовесов была в нашей стране достаточно и ушла на шестой план с первого? Мне кажется, что нынешние политические проблемы в России в значительной степени обусловлены экономикой. Это чистой воды политическая экономия. И мне кажется, они обострились в конце прошлого года именно потому, что прошло достаточное время, чтобы можно было сделать вывод о том, что тип экономико-политической системы, становления, которое мы наблюдаем в стране, можно назвать государственно-монополистический капитализм. Более того, разновидность его, которая, с моей точки зрения, установлена Россией, это государственно-бюрократический капитализм. Более того, типологическая особенность этой бюрократии – это чекистско-бюрократический капитализм, который характеризуется специфическими способами, решениями, в том числе и хозяйственных проблем, когда определенная группа бюрократов имеет доступ к аппарату и инструментам, свойственным силовым структурам в рамках конкурентной борьбы. Вот мне кажется, что вот этот тип экономической системы привел к тому, что огромное количество проблем в стране с точки зрения руководства решается за счет государственных финансов. А государственные финансы, как всегда, ограничены и несопоставимы с теми проблемами, которые есть. И недавний саммит АТЭС на Дальнем Востоке и выступления наших лидеров показали, что то, чем гордятся наши лидеры и перед иностранными инвесторами, сводится к следующему. Построено два моста, аэропорт, дороги, будет космодром Плесецк. Но если мы возьмем наиболее значимые проблемные факторы для ведения бизнеса в России, которые опубликованы в Global Competitiveness Report на 2012-2013 год, то мы видим следующую очередность по значению фактора. На первом месте коррупция, на втором неэффективная правительственная бюрократия, на третьем доступ к финансированию, на четвертом налоговые ставки, на пятом низкая квалификация рабочей силы, на шестом невосприимчивость к инновациям, на седьмом налоговое администрирование, на восьмом преступление воровство, на девятом преступление политическая нестабильность, на десятом неразвитая инфраструктура. То есть то, чем мы гордимся, на самом деле очень важно, физическая инфраструктура, но она находится только на десятом месте. И вот в это время, как бы госмонополистический капитализм не развивался, в России происходило становление так называемого среднего класса. Но если мы думали, как хорошо, что у нас будет средний класс, но никто не понимал, зачем это хорошо. И в основном смотрели на структуру доходов и расходов этого среднего класса, то выяснилось, что главная характеристика среднего класса – это быть ответственным гражданином. И вот то, с чем мы столкнулись в декабре прошлого года, это проявление вот этой сущности среднего класса – быть ответственным гражданином, который принимает решения за политическую власть. И выяснилось, что вот эта конструкция госмонополистического капитализма оказалась не готовой встретиться лицом к лицу со средним классом, который проявился как ответственный гражданин и который прошел, между прочим, и выдержал два кризиса. Это кризис 1998 года и кризис 2008 года. И он выдержал без государственной поддержки. И вот вызовы этого среднего класса наложились на развитие интернет. Опять все говорят, как интернет повлияет на мозги. Он повлиял очень просто. Огромное количество людей стали черпать представление о том, как надо, не из вертикали, существующей в этом обществе, а из горизонтали, то есть из социальных сетей. Они знают, что выборы должны быть честными, знают, что должны быть конкурентными, знают, что система должна быть прозрачной. И когда власть пытается им объяснить не все сразу,
то они не хотят этого слышать. Вот это вот сейчас главный конфликт взаимоотношения власти и вот этой части общества. Потому что на самом деле до этого все общества преодолевали какие-то свои проблемы естественным путем. В 1963 году во многих штатах Америки была надпись в ресторанах «Whites only», только для белых. Но они через кризис 60-х годов, через борьбу за гражданские права преодолели, что это неприлично. И мы как бы хотели бы, чтобы мы сами когда-то достигли каких-то пониманий, но, к сожалению, интернет-среда не дает возможности на вот такой эволюционный тип развития в области гражданских прав и свобод и требует более быстрой реакции государства на этот спрос. Окей, спасибо большое. Алексей Ильич, так на ваш взгляд, средний класс, возникший средний класс, это все-таки во благо или головная боль? Или, в общем, поэтапное развитие демократии – это нормальный процесс? Сначала вход только для белых. Демократия для очень узкого класса населения – 1-2%. Потом демократия для, потом вход для цветных, ну, 10-15% для среднего класса, еще какой-то период времени, а потом, может быть, и дальше пойдем. Или сразу же и все на стол. Спасибо. Я тоже голосовал за то, что главный вызов ближайшего десятилетия – это политическая реформа. Дело в том, что считаю, сегодня экономические реформы – создание определенных правил, понятных, которым привержены, которые сохраняются, зависит от политической надстройки, политической системы. Мы должны понимать, какая система принятия решений. Мы должны понимать, какой общественный контроль, где достигается этот баланс интересов различных социальных групп и политических групп. Вот этот механизм у нас не настроен в России. Здесь нужно признать, без него мы не сможем решать более острые вопросы, которые могут быть для отдельных групп непопулярными, для других более популярными. По любому вопросу, начиная с пенсионной реформы, мы стоим или повышение налогов, или повышение пенсионного возраста. Но должен быть механизм определения консенсуса или интересов и договоренностей. Сейчас этот механизм не работает. Механизм спускания сверху любых решений уже становится неэффективным, не работает или приводит к совершенно неправильным решениям и тем более не имеющим необходимого консенсуса. Сегодня, я считаю, это ограничение. И происходить будет это не сразу, не в раз. Если этим заниматься, и я думаю, что мы неизбежно стоим на этом пути, там принято ряд, может быть, половинчатых решений, но в рамках политической реформы, там регистрация партии, выборы губернаторов в каком-то совершенно ограниченном варианте с существенным цензом. Но мне кажется, что нам нужно расширять те институты, которые будут иметь обратную власть и опираться. Если говорить опираться на позицию различных социальных групп, если говорить о среднем классе, он еще не стал решающим, не имеет решающего голоса и даже в определенной степени не имеет хорошего представительства в парламенте, строго говоря. И вот это, кстати, одна из проблем вот нынешнего, можно сказать, такого политического, элементов политического кризиса. Но, тем не менее, эта часть будет усиливаться, и, конечно, она в следующем парламенте будет иметь серьезное представительство. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Ильич. Владимир Мау, вам слово. Что вы думаете в отношении перспектив борьбы с коррупцией и эффективности госуправления? Ну, прежде всего, я тоже должен сознаться, что я оказался с большинством. Это бывает не всегда, но в данном случае я этому рад, проголосовав за первый пункт, хотя согласен, что второй и третий тоже расположены взаимосвязаны. Тем не менее, я голосовал за первый пункт, потому что это предпосылка второго и третьего, как бы это базовые условия. Мы действительно, это проблема не сейчас, это проблема не выборов, это не проблема последних там 2-3 лет, это проблема последних 10 лет. После того, как мы вышли из экономического кризиса, мы оказались в ситуации, которую, если говорить на таком экономическом сленге,
можно назвать как ситуация падающей отдачи от экономического законодательства в данных политических институтов. То есть, чем, когда вы боретесь с инфляцией, с бюджетным дефицитом, там, да, там решение находится в экономической плоскости. Но вы не можете повышать эффективность производства и превышать капитал без адекватной политической среды, без адекватных политических институтов. И в данном случае, мне кажется, что проблема более глубока, когда мы переходим к проблеме эффективности госуправления, коррупции, проблема более глубока, проблема этих митингов, она не сводится к проблеме недовольства среднего класса и готовности идти за митинги и требовать свои права. Это было бы очень легкое решение. На самом деле, мы, нынешний мир и Россия, радикально отличаются от того, что было 25 лет назад. 25 лет назад, если вы хотели быть в эффективной, в хорошей стране, вы должны были бороться за изменение условий в этой стране. Сейчас гораздо дешевле купить билет и улететь в другую страну. В этом смысле миссия Москвы постепенно превращается в пересадочный пункт, ну, условно говоря, из Тюмени в Лондон. И в этом смысле потеря... Это оптимистичный сценарий, что средний класс пойдет на улицу и будет требовать свои права. Реалистично, к сожалению, в том, что он найдет, что дешевле уехать, чем остаться. Потому что действительно стало очень дешево. И именно поэтому реальный политический вызов, реальные проблемы борьбы с коррупцией находятся не на улице, а у тех людей, которые думают, где будут учиться их дети, где они будут жить, проживать свои пенсии. И в конце концов, в каких университетах и в каких клиницах они будут учиться или лечиться. Спасибо. Спасибо большое, Вадим Александрович. Коллеги, у нас есть место для вопроса к нашим ключевым спикерам. Из зала два вопроса коротких, два коротких ответа, либо для одного мнения по первой теме нашего голосования. Есть ли желающие задать вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста, прошу вас представиться и задать короткий вопрос. Спасибо большое, Раиса Луцевич, Atom House. У меня вопрос по поводу, кто станет в России лоббистом этих изменений? Потому что многие говорят, что они нужны. Кто будет этой силой? Спасибо. Так, спасибо. Кто готов ответить? Кто бенефициары, кто лоббист этих изменений? Ну, это одна из основных проблем как раз сейчас. Нет консолидированного лица в виде лоббиста. И более того, все вот эти изменения в законодательстве – политическому, о котором говорил Герман Оскарович, они тоже имеют один существенный изъян. На выборах свободно зарегистрирующимся партиям, в котором достаточно теперь 500 человек, запрещено создавать коалицию или союз, или объединение партийное, чтобы выставить единый список. Поэтому фактически разрешение регистрировать партию в любом количестве не предполагает возможности создать союз этих партий, идти на выборы. Поэтому это одна из ключевых проблем. Раздробленность этих сил, и нету человека авторитетного, нету группы авторитетной, которая бы могла консолидированно представлять интересы вот этого класса. Окей, пожалуйста, Аркадий Владимирович. Да, хотел добавить буквально два слова. Мне кажется, действительно, что очень важна, и голосование сегодня показало, эффективная, построенная на демократических принципах политическая система, но сам по себе этот лозунг без позитивной повестки дня, не связанный с самой политической системой, а связанный с тем, почему изменится к лучшему жизнь людей в результате прихода той или иной партии, все равно нужна. Невозможно просто на лозунге, что старое плохо, нужно новое, легко завоевать власть. Людей в Калининграде, в Смоленске, на Урале и в Приморье волнует то, каким образом они станут лучше жить. А многие или большинство оппозиционных партий просто не предлагают на эту тему ничего нового, к сожалению. Я не говорю, что обязательно то, что мы предлагаем, правильно и точно сработает. Но мы сейчас ответственны за проведение этой политики, будем ее проводить, потому что считаем ее правильной. И мы советуемся на эту тему с обществом в постоянном режиме. Другие просто не предлагают, и в этом большая проблема. Окей. Ответ на ваш вопрос. Консолидации пока не наблюдается. Власть и партия... Сейчас, одну секундочку. Вопрос еще. Будет учитывать максимально мнение среднего класса. Пожалуйста. Спасибо.
I have two questions for your distinguished panel. In 5 years' time, Russia will perhaps celebrate the 100th anniversary of the Bolshevik Revolution. How will today's Russians celebrate or commemorate that event? With a true bourgeois revolution? And my second question, how does the Russian middle class view Russia's role in the world? The discussion so far has focused on domestic issues, but those of us from the rest of the world are interested to know how this rising Russian middle class views the rest of the world. Thank you. Thank you. Thank you very much. Кто готов? Вадим Александрович, пожалуйста. Вы знаете, я думаю, что не только Россия, но и все прогрессивное человечество будет отмечать столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Я вот сам часто задаю себе этот вопрос. Вы знаете, в середине 90-х вот среди российских либералов, которым, я надеюсь, принадлежал и принадлежу, было такое мнение, что вот в принципе правильной политической задачей было бы вступить к 17-му году в НАТО и иметь общий рынок с ЕС. К сожалению, ни НАТО не захотело этого, ни ЕС. Но, в общем, если ситуация в Европе будет развиваться так, как она развивается, то перспективы общего рынка, скажем, норвежского типа отношений с Европой, то есть единого четырех свобод без политического участия, вполне возможно. Я считаю, что это был бы лучшим подарком, лучшим памятником революции, начатой в 17 году. Спасибо. Коллеги, есть ли кто-то еще, кто хотел бы отреагировать на заданный вопрос? Нет, последний вопрос. Господин Сторскан, пожалуйста. Thank you. I'm interested in the role you see for Russia in the global economy, let's say in the world. Russia being a nuclear power, the question is not only an economic question, but nevertheless, the state of the economy has a lot of importance. And an attempt has been made to solve this question and to answer this question through the grouping called BRICS, a concept invented by Goldman Sachs, trying to put together Brazil, Russia, India, and China. But the conflict of interest among those four are so important that I'm not sure it will fly forever. So my question is, how do you see the role Russia may play either as a single country or in a grouping, and what kind of delay do you see for this action to be effective? Say in another word, we had a long period of time after World War II where Russia was obviously one of the two pillars of international politics. So now we're in a different stage. How do you see the future? Спасибо большое. Очень хороший и интересный вопрос. Коллеги, одну секундочку. Я позволю себе, господин Сторскан, извиниться перед вами. Очень хороший и правильный вопрос. Перед тем, как на него прозвучит ответ, давайте проголосуем на вторую тему, которая стоит в нашей сегодняшней повестке дня. Пожалуйста, выведите на экран вопрос. Главные вызовы для российской внешней политики и 6 ответов. Прошу включить режим голосования. Ваши ответы, господа. Так, экономим время. Итого, рост влияния Китая номер один, негативный образ России на Западе номер два. Хорошо, что только на Западе, на Востоке у нас все в порядке. И отношения с Украиной
и другими странами СНГ. Интересно, Россия, негативный образ России в Украине – это на Западе или на Востоке? Ответа нет. Наверное, на Востоке. Окей. Итого три вопроса. Я прошу профессора Мау сформулировать свое отношение и начать с ответа на вопрос господина Строскана. Он очень точно сформулировал главный вопрос для нас. Как мы собираемся позиционироваться и в чем вектор нашей внешней политики? Ну, прежде всего, я должен открыть тайну. Мы так вот, когда обсуждали предварительно, кто какой вопрос может начать, поскольку все отказались отвечать на вопрос по внешней политике, то решили, что профессор – позиция самая безответственная для того, чтобы начать мне. Да. Вы знаете, друзья, я все-таки вот не могу отказать себе в удовольствии. Причем я не готовился, я вот пока смотрел, как бежали эти циферки, решил все-таки процитировать одно стихотворение. Оно такое. «Искать себе не будем идеала, ни основных общественных начал в Америке. Америка отстала, в ней собственность царит и капитал. Британия ж строй жизни запятнала законностью, а я уж доказал. Законность есть народное стеснение, гнуснейшее между всеми преступления». Это писал Алексей Константинович Толстой, друг Александра II, поэт середины XIX века, вложив эти слова в образ Валуева, либерального министра Александра II, министра внутренних дел, который вот так видел как бы место России, там дальше еще интереснее, не буду занимать время, так и видел место России, России в мире. На самом деле, действительно, основной... Россия сейчас во многом находится в ситуации в Великобритании, часто сравнивают с Веймарской Германией, это не точно, это некорректно. В Великобритании после Второй мировой войны, когда действительно великая держава, скоро получившая ядерное оружие, оказывается вот, лишенной империи, которая была вообще-то интегративной частью своего вот, британского менталитета, в ситуации, когда министр иностранных дел, ключевая позиция в британском кабинете до того, уступает свое место министру финансов. Когда выясняется, что министр Трежери важнее, чем Foreign Office. Вот если проводить аналогии, это действительно проблема и ментальная, и материальная, и внешнеполитическая проблема России. Она в практическом плане выражается в том, что вот рухнул биполярный мир, где Россия считала себя одной из сторон. Правда, Митт Ромни нас сейчас очень помогает. Он несколько раз повторил, что Россия является главным внешнеполитическим врагом Соединенных Штатов. В общем, конечно, это мечта российского политического истеблишмента. И в этом смысле он не может не желать победы Митту Ромни. Но, в общем, если говорить в реалистических терминах, конечно, основная проблема – это то, что мир не может быть однополярным. Он не становится, по-видимому, по крайней мере, в ближайшие 15 лет, это не будет биполярным. Россия-Европа, у Европы на 15 лет, по крайней мере, есть своих проблем. По-видимому, это будет биполярность России-Китая, зависит от набора нюансов. И в этом смысле ну, Россия постепенно осознает, что она один из самостоятельных игроков вот в этом биполярном мире, от которого кое-что зависит. От политики самой России зависит, много ли будет зависеть от того, где в этом биполярном противостоянии окажется Россия. Но если говорить о вызовах и моих надеждах, это все-таки то, с чего я сказал, отвечая на предыдущий вопрос, это Европа, ну не от Атлантики, от Урала, а от Атлантики до Тихого океана, с общим экономическим пространством, четырьмя свободами и без формального политического членства ЕС. Спасибо. Если можно, я сейчас так мягко профессор Мау перебросил мостик к господину Ромни, и он сказал, что сбылась мечта российского истеблишмента. Я попросил бы господина Гингрича на это отреагировать. Как в Соединенных Штатах понимают мечту российского истеблишмента? Может быть, господин Ромни специально для того, чтобы доставить удовольствие российскому истеблишменту,
такие фразы и говорил, или замысел значительно более глубокий? Может быть, эта фраза отводила внимание от значительно более значимой проблемы для Соединенных Штатов Америки, которая кроется, может быть, в каком-то другом векторе внешней политики Соединенных Штатов? Well, first of all, let me say that the thing I was most struck by here is that 25 years ago, this entire conversation would be unthinkable. And we have to have some sense of faith that we have come an immense distance in 25 years. And so while there are many problems, the problems are in fact better than the problems we had 25 years ago. And I'm old enough, my dad was a career soldier. I was in Orléans, France, and Stuttgart, Germany, to defend the inner German border against the Soviet military. So from my perspective, these problems are terrific compared to what we had. I will say as an outside observer, if I might for a moment, in a funny way, our politics are a little bit like your politics in that we need to get back to our Secretary of the Treasury creating jobs being more important than our foreign minister, or Secretary of State in our case, because until we get the American economy fixed, we are going to be limping around the world. We limp in a big way, but we're still limping. And so our number one domestic problem is how do we fix the totality of our economy, both in job creation and in terms of resettling the structural deficit that we're now running. Having said that, the other thing which will affect Russia directly is that we will be the largest oil-producing country in the world by 2020. Just in North Dakota alone, one of our 50 states, the reserves have gone up from 150 million barrels to 24 billion barrels. And the combination of horizontal drilling and fracking, fracturing tight oil and tight gas, is going to liberate virtually every country as it's now affecting Poland in a positive way. So that whole process is going to be extraordinary in rebalancing the system. I would say sort of three observations about where we are, and I appreciate this opportunity. The first is that in many ways the Putin system, which has almost nothing to do with a Russian system, it's the Putin system, it's a highly personalized structure of power built around his capacity, his network, his supporters, actually resembles Brazil and Argentina in the 1940s. And if you want to look at a reasonable model, these are systems which do very well for the people in power and very badly for the country because they consistently underperform. And one of the reasons is that the greatest asset Russia has is not oil or gas, it's people. And when people don't have the rule of law, they leave, unless you make it impossible to leave. And since you're not going to be totalitarian, your brightest people are either going to be inside Putin's machine or they're going to leave. And this will lead, I think, to a tremendous strain in the system if you want to get back to performing at an optimum level. My second observation is that we are tremendously bound together. We have made, in my judgment, the idiotic decision, and I'm very much here with our guest last night who wants to get to the moon and Mars, in that, with Richard Branson, in that we made the literally idiotic decision, we now rely on Russia to put American astronauts in space, probably for a decade, given the pace at which our NASA bureaucracy underperforms. So we're going to come in late and above budget in order to get a capacity that we initiated in the 1960s. So we are not likely to cause an immense rift with Russia if we can avoid it, because it will eliminate our access to manned space. Second, we would not have been able to sustain the Afghan campaign without Russia's forbearance during the period when the Pakistanis were mad at us. So people need to constantly remember there are many intertwined things going on here. This has no resemblance to the Cold War environment. Lastly, I do think if Romney wins, the bias he will have will be to take Putin's great Russian ambition seriously. And therefore, for example, to go back and renew the missile defense system in Poland, to try to encourage the maximum development of natural gas in Ukraine. I mean, to do everything we can to create countervailing capabilities that are defensive. We have no interest in threatening Russia in any way, but we have every interest in not allowing Russia to threaten its neighbors.
And so that will pose some very interesting tension, because I understand that President Putin has a dramatically different vision of what being a neighbor of Russia means. And I think that will lead to a certain tension in which we will consistently be on the side of the neighbors. Thank you very much. Thank you. Кто, коллеги, кто хотел бы отреагировать, прошу вас, пожалуйста. Кайрат Келимбетов, пожалуйста. Я просто хотел продолжить вот шутливые высказывания господина Мао. Вот если говорить о новой геополитической реальности, то прежде всего мне разрешите поблагодарить господина Пинчука. Мы сегодня с вами обсуждаем этот вопрос в том месте, где много лет назад действительно принимались решения о том, как должен новый мир выглядеть. И, по сути, мы живем в той реальности, которая была сформирована тогда. Сейчас идет переформатирование этой реальности. Мы понимаем, что мы живем в эпоху изменений. И если вот не входить там в большие геополитические рассуждения, то изменения, наверное, очень близко к тому, что мы недавно видели на Олимпиаде в Лондоне 2012. Наибольшее количество золотых медалей США, на втором месте Китай. И они очень далеко от всех. Это вот по размеру экономики, если делать в будущем проекцию. А на третьем месте Британия, поскольку они быстрее всех сориентировались, что делать после того, как перестать быть самой главной супердержавой. И на четвертом месте Россия. Я думаю, это очень неплохой результат. По крайней мере, для многих здесь присутствующих это повод задуматься. Если говорить про первую проблему, я думаю, что это не только для российской внешней политики челлендж, китайское доминирование в мире. Я думаю, это для всего мира челлендж, но я бы хотел, чтобы мы его обсуждали больше в терминах opportunities, потому что это возможности. И сегодня мы обсуждали евроинтеграционные настроения Украины. На самом деле последние 300 лет в российской элите всегда были более преобладающие европейское направление – и менее доминирующее азиатское направление. Сегодня реальность, что прямо у нас на границе огромный новый игрок геоэкономический. Мы должны уметь извлекать из этого пользу, как это делают другие. И мне очень понравились слова. Я не буду говорить, сравнивать министра иностранных дел и министра финансов, но сегодня время, и не только в России, когда министр финансов должен говорить последнее слово. И это вот с точки зрения математики, это баланс не только между доходной и расходной частью. Потому что сегодня часть панелей была посвящена тому, что сланцевый газ, изменение геополитической карты говорит о том, что очень может наступить время, когда какой-то период времени не будет таких сверхдоходов от нефти и газа. Это в доходной части. И в расходной части тогда не нужно рождать сверхожидания и различные приоритеты экономической, социальной, интеграционной. Нужно очень сфокусироваться. Я думаю, что если министр финансов не будет это делать, тогда мы будем обсуждать совершенно другие проблемы. И вот тот консенсус, который сейчас есть в обществе, будет выглядеть по-другому. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вы знаете, по поводу возможности для всех остальных стран, вы, наверное, критически правы, потому что вообще сегодня геополитически обсуждается только один вектор политики – это Соединенные Штаты и Китай. Всем остальным остается место, пространство только для наблюдения, для желающих поучаствовать в этом и получить свою долю. От обеих сверхдержав можно поучаствовать в этом. Не факт, что это участие принесет бенефиты. Всем остальным остается только ожидать своей участи и придумывать, какие вызовы и возможности приносит это для других стран. Хотел бы задать вам вопрос. Согласны ли вы с тем, что в мире сегодня, в геополитике, в мировой, существует один реально доминирующий вектор? Это Соединенные Штаты и Китай. И где место России в этом векторе политики? Спасибо, Герман. Я бы хотел все-таки откомментировать. Наверное, неправильно было промолчать. А Россия не является тоталитарным государством. И Путин, его как бы режим, как угодно называйте, не является тоталитарным.
кто этого не понимает, вообще не понимает ничего о России и не знает ее. Это во-первых. Во-вторых, Соединенные Штаты, на мой взгляд, сегодня делают то, что делал Советский Союз. Советский Союз пытался экспортировать революцию. Соединенные Штаты пытаются экспортировать свои ценности, как они это видят, свой образ организации политического общества. И, к сожалению, как Советский Союз наступал на эти грабли в Афганистане, так сегодня это приводит к трагическим последствиям, которые мы видим в Ливии, которых мы очень сожалеем, по которым мы очень сочувствуем американскому народу. Надо признать, что это результат вот именно такой политики, которая не учитывает ни особенности национальные, ни особенности национального развития, ни культуры, ни религии, если хотите. Поэтому я не стал бы дальше говорить насчет векторов. Я думаю, что векторы, конечно, сегодня Соединенные Штаты являются ведущей державой, безусловно. Но, наверное, на это накладывается и большая ответственность. В том числе, как финансист, могу сказать, на использование доллара в качестве главной расчетной валюты. И в том числе ее использование в качестве всякого рода санкций и давления на финансовые институты Европы и других стран. Спасибо. Спасибо большое, Аркадий Владимирович. Да, я тоже добавлю несколько слов. Во-первых, ту логику, которую описал господин Генрич, эта логика, мне кажется, приведет к намного большей закрытости мира, к, по сути, автаркии и росту протекционизма во всем мире. Если считать и подразумевать, что вектор один, что вот эта линия водораздела проходит только между двумя странами, тогда вообще странно, а что мы беспокоимся о Европе? Ну, будут там проблемы с евро, ну, распадется Европа. У нас же главные США и Китай, причем тут Европа. Почему мы обсуждаем интересы России, если главные США и Китай? Какое-то имеет значение, какое значение имеют эти интересы? Можем, конечно, играться в детской песочнице и бросаться друг другу песком, но это все бессмысленный разговор. Я очень сильно сомневаюсь, что это так. Мне кажется, что мир настолько взаимоувязан, что любое событие, любое политическое решение, которое принимается в относительно крупном регионе мира, любой регион, где численность населения, наверное, выше 100 миллионов человек, это уже относительно важный регион, оказывает влияние на всю экономику, на весь мир. Если произойдет то, о чем говорит господин Генрич, и выиграет президентские выборы уважаемый господин Ромни, тогда, скорее всего, это вернет США в период, когда опять большая часть дохода будет перераспределяться в пользу очень небольшой группы лиц. Это выбор американского народа, и мы ничего по этому поводу ни плохого, ни хорошего сказать не можем. Это выбор, рациональный, наверное, выбор, он будет сделан. Это, скорее всего, приведет к тому, что весь мир сконцентрируется на иных приоритетах, не тех, которые более важны. Будут развертываться новые военные программы. Конечно, кому-то это выгодно. Все, что мы, о чем мы говорим про деньги, кому-то это выгодно. И у нас тоже, к сожалению, военные программы будут играть все больше и большую роль, если это произойдет. Американские компании одни будут получать большую выгоду, а другие меньшие, потому что они не получат выгоду от вступления России в ВТО и не смогут настолько интенсивно с нами сотрудничать при этом сценарии. Без комфортных политических отношений не может быть комфортных экономических отношений. Я надеюсь, что даже что при любом сценарии президентских выборов США, потому что мы будем работать, естественно, с любым человеком, который будет выбран на эту позицию, этого не произойдет. И мы будем действовать по другой логике. Спасибо. Спасибо большое. И вопрос к аудитории. Если кто-то, кто считает, что кроме вот этого ключевого вектора и, к сожалению, вот этой замкнутой системы, которая доминировала долгое время, вот эти заявления, объявление кого-то врагом, затем вооружение, перераспределение бюджетных средств на соответствующие приоритеты, которые обозначены политиками. Мы всегда говорим о том, что нужно держать в фокусе интересы населения. Давайте вспомним об этом самом населении. Точно, наверное, население ни одной страны не выиграет от того, что кого-то объявили врагом. Средства опять пошли куда-то не совсем в производительные сферы.
Кто-нибудь думает о том, что, в общем, наверное, и мир меняется? Мир становится другим, и кроме двух центров будет много центров, и доминировать кому-то уже будет очень тяжело. И, наверное, политика ближайших 10 лет будет переломной и с этой точки зрения. Есть кто-то, кто хочет об этом сказать? Пожалуйста, если можно, представьтесь. I don't know whether the world will actually become multipolar, but I do hope it will. For we are sick and tired of this competition between Moscow and Washington, which is now increasingly becoming only Washington and not Moscow. I don't think the world as seen from Asia is the same as the world that was being seen by Condoleezza Rice. For the world that was seen by Condoleezza Rice yesterday, and I'm sorry I was denied the opportunity of asking her a question, is a world that looks magnificent from Washington, but has involved the deaths of hundreds of millions of people from other parts of the world as a result of a proxy war. Yesterday we were asked, and my sympathies as a former diplomat are entirely with the American diplomat who died. We were asked who would target a diplomatic mission. Well, I was posted in Hanoi in 1968, and day after day after day, at 4 o'clock, at 9 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon, American bombing was indiscriminate, and we were all being targeted. And eventually, during the Christmas bombings of 1972, the French delegate general's buildings were attacked. Fortunately, he was not killed. So I think we should get away from this hypocrisy of thinking that there is only either a Washington-dominated world or a Russian-dominated world or a world in which they compete with each other to dominate over the world, and recognize that there are many civilizations in this world which far predate the Industrial Revolution, and that we too have a contribution to make. After all, Alexander became the great, not because he went westwards, for then he would have only had to conquer Visigoths and Franks and other barbarians. He became Alexander the Great because he succeeded in defeating Darius. And that is how old the Iranian civilization is. And if the attempt is made by a nuclear superpower which holds hundreds of weapons to invade another country which has a civilization that is about 20 times older than the United States, then we are storing up a disaster. I think unless and until in Washington, it is understood, as I think increasingly it is understood in Moscow and has been understood in Moscow, that the world consists of many different centers and that all of us have to learn to live together. We are in serious difficulty, and I would plead with Mr. Gingrich that he should take into account the views of everybody and recognize that if, as Condoleezza Rice said, it takes a long time after the Arab Spring to go towards a democracy, well, it also takes a long time to go towards a full democracy in Ukraine. And why are we bullying Ukraine and condoning what is happening in Libya or in Egypt? The fact of the matter is that transformation will take place from within. In the United States of America, they declared that everyone has the right to pursue life, liberty, and happiness, brackets, except the Red Indians and the Negroes. And it took them 101 years from the proclamation of the emancipation of the slaves in 1863 to the Civil Rights Bill in 1964. So I don't think we should be listening again and again to lectures from the West. The world will consist of a large number of value systems and political systems. Change will come from within, and it is important that all of us learn to coexist as friends, which we cannot be unless we are equals. We are co-equals. Even if I am economically totally deprived,
I still believe that I can look Newt Gingrich in the eye. Thank you. Thank you. Так, у нас заканчивается время на этот вопрос. Виктор Михайлович? Нет. Тогда, коллеги, мне кажется, самое главное, что прозвучал максимально полный спектр точек зрения. И на этом, наверное, в формате ланча нам следует остановиться. Перейдем к третьей, может быть, менее горячей теме. Это вопросы экономических вызовов перед экономикой России. Пожалуйста, прошу поставить вопрос для голосования, который наиболее интересует нашу аудиторию. Коллеги, прошу вас определить, что вы видите самыми ключевыми вызовами. Включите режим голосования. Так, ну, можно, наверное, уже определить вопросы, которые наша уважаемая аудитория считает наиболее важными для экономического роста в стране. Совершенствование инвестиционного климата номер один, модернизация и инновационная экономика номер два. То есть, я думаю, это касается диверсификации нашей экономики. И вопрос пятый – это развитие человеческого капитала. Хотел бы попросить начать с комментариев Ксении Валентиновны Юдаевой. Спасибо большое. Ну, вы знаете, мне кажется, что в отличие от всех других вопросов, этот отличается тем, что фактически все вопросы – это один большой вопрос. Да? То есть нам нужна модернизированная экономика, для этого нам нужен хороший инвест-климат, для этого нам нужно совершенствовать человеческий капитал, для этого нам нужно МФЦ, управлять рисками, там, ну и какие еще были две опции, они все вписываются. Это все, что нам нужно одновременно, да, для того, чтобы перейти в новую экономическую сущность. И нужно понимать, что сейчас действительно, ну, весь мир изменился, мы говорим про новую нормальность там, с этим. Соединенных Штатов, в Европе, в России, вообще в нашей части мира тоже можно говорить о новой нормальности. Да, Россия сейчас растет немножко медленнее, чем до кризиса, но есть и другие изменения. Все становится дороже, капитал стал дороже. Да? Герман Оскарович вам может про это много рассказать, он это видит каждый день. Рабочие силы становятся дороже, в том числе потому, что в России сейчас исторически очень низкая безработица, 5,4%. Это частично связано с демографией. Проблемы с человеческим капиталом – это то, что необходимо решать для того, чтобы имеющуюся рабочую силу уже из одного сектора в другой переводить. Даже ресурсы становятся дороже. Аркадий Владимирович сегодня говорил о том, что энергетические ресурсы, которые Россия может разрабатывать в ближайшие несколько лет, они будут гораздо более дорогими, чем те, которые были до сих пор. Поэтому я думаю, что вот этот вот вызов модернизации, изменения структуры, экономики, ее характера, это действительно центральный вопрос, который сегодня можно обсуждать. И инструменты, связанные, да, с совершенствованием инвестиционного климата, совершенствованием человеческого капитала и построением МФЦ. Ну, Аркадий Владимирович говорил сегодня вот в начале нашего завтрака, что инвестиционный климат – это то, чему традиционно уделяется очень много внимания. Сейчас у нас есть дорожные карты по улучшению инвестиционного климата в разных сферах, но я бы хотела один поднять вопрос, который, на мой взгляд, был упущен в первой части нашей дискуссии, когда мы говорили про политическую систему. Мне кажется, в экономической системе его обязательно нужно поднять. Это вопрос судебной системы в приложении к инвестиционному климату. Это, конечно же, защита контрактов, защита прав
собственности. Мне кажется, что в последние годы внимание было немножко упущено к этому моменту, и это некоторое базовое условие, к которому нужно вернуться для того, чтобы поддерживать все остальные реформы, которые будут осуществляться в этой сфере. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Ксения Валентиновна. Я думаю, что эта тема как раз наиболее близка нашим ключевым спикерам. Я просил бы, может быть, очень коротко каждого из ключевых спикеров высказаться на тему ключевых вызовов и будущего России в части наших экономических перспектив. Есть точка зрения, что темпы экономического роста ближайшие 5 лет будут относительно низкими, 2-4-5 максимум процентов. Есть точка зрения, что у России есть уникальная позиция в мире, есть уникальное качество человеческого капитала, есть уникальная достаточность собственного рынка и есть уникальная достаточность всеми ресурсами. Сможет ли Россия использовать этот маневр и воспользоваться этими уникальными возможностями для того, чтобы повысить темпы экономического роста? Или это будет сделать чрезвычайно тяжело? Очень коротко, коллеги, просил бы каждого из вас изложить свою позицию. Алексей Ильич, начнем с вас. Я коротко. Первое, я тоже считаю, что темпы экономического роста в ближайшие там, 7 лет будут очень умеренными, около 4%. Тот потенциал высоких цен на нефть и расширения добычи, который мы использовали в предыдущие десятилетия, он исчерпался. То есть такого прироста не будет. Больше того, темпы добычи основных минеральных сырьевых ресурсов будут отставать от темпов прироста экономики. Они даже будут нас тянуть, эти темпы, вниз, общие темпы роста ВВП России. Очевидно, чтобы мобилизовать другие факторы, технологии, инновации, конкуренции, расширение налоговой базы, они должны снять, это можно осуществить в результате снятия барьеров. И прежде всего положение предпринимателя, его возможности, не зажимание его в разных форматах, там, начиная от государственных, федеральных структур, местных структур, дополнительных мер контроля, которые еще на ходу сейчас придумываются. И, конечно, в результате улучшения макроэкономики. Вот, строго говоря, для модернизации у нас еще не готова макроэкономика. Ни с такой инфляцией, ни с такой волатильностью курса и зависимостью от нефти. Строго говоря, мы не сможем создать конкурентные условия для инвестиций в России. И инвестиции будут не в такой степени здесь. И даже наши доходы российских компаний не будут в полной мере инвестироваться здесь. Очевидно, я еще добавлю политические риски. Сегодня каждый судебный процесс, будь то в сфере бизнеса или даже вне сферы бизнеса, становится демонстрацией работы судебной системы и тем самым отношение к обычным рядовым там, участникам рынка. Все это пока сдерживает, поэтому 4% без перестройки системы госуправления и инвестиционного климата. Спасибо. Так, спасибо большое. Алексей Ильич сказал о том, что мы не готовы к модернизации. Не будет ли так, что когда мы будем готовы к модернизации, уже делать ее будет совсем поздно? Но мне кажется, одна из основных проблем российского экономического и финансового руководства в том, что в течение 20 лет они правильно делают упор на макроэкономику. И мне кажется, не отдают, может быть, полного отчета в том, что долгосрочные предпосылки развития создаются микроэкономикой. То есть про макроэкономику, про те параметры, о которых говорят в том числе и наши руководители страны, когда они говорят о очень низкой задолженности всей нашей экономики, включая внешнюю, лучшей борьбы с инфляцией, чем когда бы то ни было, профицитами, либо почти бездефицитным бюджетом, никто не может объяснить, как при такой, в общем-то, на фоне других стран неплохой макроэкономики
от нас утекает там 100 миллиардов долларов. Вот это ключевой вопрос. И я отвечаю на него, что 100 миллиардов долларов утекает, потому что у нас микроэкономические основания долгосрочного роста отсутствуют. Это инвестиционный климат, это судебная система, это инновации, это поддержка предприятия, подготовка, переподготовка кадров. Капитал сканирует именно эти условия для того, чтобы приземлиться в России. Это первая проблема. И вторая проблема. Я ни разу не видел четкой программы правительства, каким образом использовать деньги, которые получены от нефти и газа, для того, чтобы как-то поменять структуру экономики. То, что мы сидим на нефтяной игле, а как мы используем это для выпадающих доходов, если мы хотим стимулировать развитие отраслей экономики или бизнесов поддержать, которые будут совершенно другую продукцию производить. И это как раз и есть потребность среднего класса в России. Не все работают в нефтегазовой отрасли, а они хотят самореализоваться с высокооплачиваемыми местами. Вот вызов главный сейчас, как создать стимулы для развития производства, позволяющие самореализоваться креативным людям в стране и при этом не быть задействованы в нефтегазовой отрасли. Большое спасибо, Владимир Александрович. Спасибо. Воспользуюсь последним тезисом. Я считаю, не буду в это углубляться, что правительство как раз способствует этому, поскольку лучший способ использовать нефтегазовые windfall money – это не использовать их вообще. Это очень эффективно демонстрирует Норвегия. Ну и так далее. Не буду на этом останавливаться подробно. Они должны быть выведены из текущего бюджета. Я считаю, что в России есть две фундаментальные экономические проблемы. При очень хорошей действительно макроэкономике, беспрецедентно хорошей с конца 60-х годов. Первая проблема – это то, что за последние 10 лет Россия стала страной с относительно дорогим трудом и относительно плохими институтами. Вот если мы посмотрим начало века, ну вот графики по doing business и по качеству институтов и по цене труда, это примерно находится на уровне стран среднего уровня развития. С тех пор институты были на том же уровне или ухудшались относительно других стран сопоставимого уровня, а цена труда росла. И это такая ловушка, это структурная ловушка, поскольку капитал идет или там, где плохие институты и дешевый труд, или там, где дорогой труд и хорошие институты. В этом смысле мы находимся в структурной ловушке. Это очень большая проблема, из которой нет нетривиального выхода. Вторая системная проблема не специфически российская, а мировая, скажем так, всего развитого мира. Вот сегодня Гордон Браун говорил, что это не subprime crisis, а это финансовый кризис. На самом деле, это тоже поверхностное определение. Нынешний кризис в структурном смысле этого слова является кризисом welfare state, является кризисом индустриального государства всеобщего благосостояния. Государство, социальное государство, построенное для индустриального общества, не может функционировать в нынешнем виде. Мы видим, что где глубже там, где более развиты традиционные социальные государства. В Европе больше, чем в Америке, в России меньше, чем в Америке, в Китае еще меньше или в Индии. А в самой Европе, там, где еще и социальное государство основано на более низкой производительности труда, кризис хуже, чем социальное государство, основанное на более высокой производительности труда. И в этом смысле мы должны понимать, что проблемы реформы здравоохранения, образования, пенсионной системы, они не сводятся к вопросу, где взять деньги или как повысить пенсионный возраст. Потому что если я немножко огрублю, но приведу пример. Но он просто самый наглядный. Нынешняя пенсионная система, бюджетная пенсионная система, создавалась тогда, когда пенсионный возраст был сильно выше средней продолжительности жизни. Сейчас ситуация наоборот. И устойчивая пенсионная система, если ее не менять, ну, имеет смысл обсуждать там 90 или 95 лет, но никак 60 или 65. То есть это серьезнейшая структурная проблема, без решения которой все остальные решения, собственно, экономически будут неустойчивыми. Спасибо. Спасибо большое. Я за пенсионный возраст 95 лет. Сразу говорю. Значит, мне кажется, модернизацией надо заняться сейчас. Я тут с Константином соглашусь. У нас всегда то выборы, то кризисы. Сейчас у нас ни выборов, ни кризисов. Самое время. Государство должно тратить деньги на инфраструктуру, чего оно раньше не делало. Вот. И даже, я думаю, те, кто раньше против были, сейчас до этого дозрели. И надо привлекать больше частных инвестиций, в том числе иностранных. Безусловно, для этого нужно условия создавать. Но сейчас, мне кажется, либо может быть действительно поздно. Я согласен с такой постановкой вопроса. Так, спасибо, Леонид Данилович Кучма. Два слова только. У нас в России есть десятки инновационных, высокотехнологических проектов, которые начинать надо делать сегодня. И Россия одна
с ними не справиться. А вместе мы такую задачу решим. И как раз этим будем и слазить. И с иглы, или нефтяной, газовой, или Украина, там с металлургической, или еще какой-нибудь. Спасибо. Леонидович, спасибо большое вам. Спасибо. Аркадий Леонидович, в заключение мы ждем от вас, как саммари нашей дискуссии по этому вопросу. Спасибо. Ну, все, что мы говорили до этого, тоже, конечно, относится к этому вопросу. Я уже говорил, что от того, в каком мы будем жить окружении, насколько комфортно выстраивать отношения с нашими партнерами, зависит то, что будет в нашей экономике. И здесь приоритет понятен. Общие правила игры со всеми остальными странами, которые являются членами ВТО, мы теперь, напомню, все-таки вступили в эту уважаемую организацию и вкусим все плоды ее многолетнего развития. Будем дискутировать, что такое Доха-раунд и зачем он нужен. Я не знаю, хотят ли Соединенные Штаты Америки тоже с Россией быть партнерами в рамках ВТО или будут сохранять всемирно известную поправку Джексона-Веника. Посмотрим. Это в конечном счете в интересах и США, и России. Сделать так, чтобы мы работали по равным правилам, на равных условиях. Но главный приоритет здесь во внешней политике – это иметь нормальные отношения с нашими ближайшими соседями, ближайшим окружением. И это принесет большую выгоду и нашим соседям, и самой России. А второе – очень много было сказано об инвестиционном климате, и мы увидели градацию самых разных факторов и вызовов. Когда говоришь с большим кругом инвесторов, с фондами, с банками, с журналистами, градация именно такая, она практически не отличается от этой. Когда говоришь с конкретным инвестором, совсем другая. У конкретного инвестора всегда совершенно конкретные и совершенно другие интересы. Он не говорит о коррупции, не говорит о политической системе, не говорит ни о чем таком. Он говорит как раз об инфраструктуре, о таможенных пошлинах, о том, насколько быстро можно получить землю и согласование для осуществления инвестиций. Конечно, в конечном счете это все зависит от политики, это понятно. Вопрос в том, на чем концентрироваться сегодня правительству. Общество решит, что сделать с политической системой, я в этом не сомневаюсь. Это вопрос к российскому обществу. В конечном счете оно определит, а не американское общество, не европейское общество, как будет жить российская политическая система. Но мы должны сделать так, чтобы мы сами научились зарабатывать деньги. Пока мы будем делить то, что у нас есть, и Алексей Ильич сказал, что нефти больше не будет, газа больше не будет, металлов больше не будет. Это все будет оставаться примерно на одном уровне. Нам нужно научиться зарабатывать на другом, и тогда будет шанс, что Россия станет успешной. Учимся зарабатывать. Надеюсь, что все остальные будут тоже хотеть зарабатывать, а не отнимать тот пирог, который накоплен за многолетнюю историю наших стран. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. У нас осталось, прошу прощения, ровно одна минута до окончания нашего ланча. И я хотел бы всех вас поблагодарить за долготерпение. Всех выступивших коллег за открытое обсуждение, за открытое изложение своих точек зрения. И я позволю себе только одну ремарку. Уважаемые коллеги, Владимир Владимирович Путин сказал, что он не расстроился от того, что Мит Ромни сказал, что Россия – главный враг Соединенных Штатов. Хорошо, что это честно. И мы все равно будем работать с ним. Я могу сказать свою точку зрения. Я страшно расстроился. Мне кажется, что то, к чему призывают, в общем, Соединенные Штаты, к тому, чтобы мы учились взаимодействовать друг с другом, чтобы мы учились разговаривать друг с другом, чтобы мы учились учитывать интересы друг друга. Мир становится все больше и больше, все разнообразнее и разнообразнее. Не будут доминировать одна или две державы в мире вечно. Мир будет другой. Тот, кто этого не видит, к сожалению, он, как говорят, closed-minded. Это люди с закрытым мышлением. Люди с открытым мышлением видят тенденции и пытаются их опережать.
Мне кажется, я страшно расстроился от того, что опять есть кто-то враг. И когда на таком уровне на этого врага указывают, это ужасно непроизводительно. Это ужасно неэффективно с точки зрения затраты всех ресурсов, в том числе эмоциональных ресурсов. Как сотрудничать после того, как потенциальное первое лицо указало на целую страну как потенциального врага? Мне кажется, это... Вы, господин Ингрич, сказал, что 25 лет назад нельзя было представить такую дискуссию. Да, но и, наверное, сегодня апеллировать 25-летней давности аксиомами тоже не годится. А это точно из 25 лет назад из нашей истории. Надо смотреть в будущее. Мир меняется. Мир становится глобальным, мир становится волатильным. И очевидно, что и у всех есть потребность в сотрудничестве, у всех есть потребность в постоянном общении, у всех есть потребность в поиске новых идей, новых рынков. У всех есть потребность, у всех политиков есть потребность в развитии своих стран. Потому что мы все, в конце концов, крупные корпорации, политики, все работают ради населения стран, ради наших сотрудников, ради того, чтобы люди были немножко более счастливыми, ради того, чтобы было меньше нищеты, войн, убийств. И в конце концов, такой старой риторики, когда кто-то объявляется по тем или иным причинам врагом. И я хотел бы в качестве саммари сегодняшнего нашего ланча сказать, что Леонид